Интересно это растение, пойму. Вот отрезал кусок. О, какой широкий лист. Практически с ладонь. Вот, получилось, что он упал. И вот видите, смотрите, вот он. Не надо слишком. А, вот все-таки дает вот такие вот он. На перегибы очень такой вот эластичный, не ломается. И довольно хорошо прижимаю, чтобы он. Вот он вот такой, как лист бумаги, не знаю. Вот и попробуем его немножко разрушить. Сейчас. У меня нету ничего, ни штатива, вот. Вот такая вот. Чтобы порвать это, надо вот реально приложить какие-то усилия. Вот так вот. Даже просто трудно его. Это я сейчас просто выкину этот лист. Он у нас согнулся в этом месте. И уже все, он уже питание не шло. Не хочу, чтобы там это все дальше пошло. Ну вот, вот эта вот штука, она растет, вот даже если воды уже нету, вот хотите, чтобы корни дал, очень хорошо дает корни. Сейчас посмотрим, где у нас основная вещь. Я не показываю, это секретная комната. Тут еще грязь, пылесосить будем. Вот корешки, как они здесь формируются. Легко. И вот эта вот штука, в принципе, они вообще не ломаются. Это очень удобно для переезда, например. Вот мы едем, и вот так вот растение бедное, вот, вот так вот раз, два по стенам там. Оно не ломается. Так что всем советую вот такой вот приобретать. Дома пусть у вас растет. Она вырастет до потолка.